Всем привет! Сегодня снимаем лизуна без клея. Нам понадобится обычное мыло, какая-нибудь чашечка. И мыло нужно вот такими кусочками порезать. Такую стружку. Мыло любое. Столько мыла у меня получилось. Теперь нужно взять кипяток. Кипяток и разбавить кипятком. Чтобы полностью мыло растворилось. Чтобы не осталось никаких мыльных комочков. Теперь я возьму миску и обычный картофельный крахмал. Насыпаем. И теперь приступим делать самого лизуна. В крахмал нужно налить вот эту жидкость из мыла. Наливаем. В крахмал наливаем воду с мылом чуть-чуть. И начинаем размешивать. Попробую добавить еще крахмала. У меня получился не совсем такой лизун, а такая масса для лепки. Сейчас попробуем размять в руках. На ощупь очень приятный. Вот к рукам, между прочим, он почти совсем не липнет. Слушайте, такой масса лизун получился. Мне нравится. Получился очень нежным. Так как в нем крахмал, он на ощупь как будто бархатный какой-то. Мне очень нравится эта масса. Ребята, обязательно подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть свои рецепты, оставляйте их, пожалуйста. Только не надо писать про рецепты, в которые нужно добавить соль или сахар. Эти рецепты вообще не действуют. И мы их делать точно не будем на нашем канале. Пока-пока.